Я призываю вас, сделайте прививку. Если не ради себя, то хотя бы ради жизни и здоровья своих детей и внуков. Вы знаете, что президент России подписал указ о введении нерабочих дней в стране в период с 30 октября по 7 ноября. Я прошу вас в эти дни минимизировать контакты с близкими и родными, посещение общественных мест. Обращаюсь к представителям бизнеса. Пожалуйста, строго соблюдайте все введенные ограничительные меры. Мы будем жестко контролировать их соблюдение. Не вынуждайте нас принимать самые сложные и непопулярные решения. Поверьте, мы не хотим введения локдауна. Но если нынешняя тенденция сохранится, у нас не останется другого выхода. Хочу сказать слова безмерной благодарности нашим замечательным медикам, врачам, медсестрам, младшему медперсоналу. Они работают на износ. Давайте их поддержим своей ответственностью. Друзья, только вместе, в полной мере осознав масштаб угрозы коронавируса и приняв все меры безопасности, мы сможем победить болезнь.